это часть нашего человеческого естества. Мы думаем о будущем, и поэтому мы, в конце концов, беспокоимся и тревожимся. То есть беспокойство — это очень такая тяжелая проблема, с которой мы справляемся. Видите, это то, что у нас с интеллектом, с эволюцией к нам пришло. Потому что вот кошки, они ни о чем не беспокоятся. Например, Дмитрий написал много книжек, и следующую книжку, наверное, он напишет про то, как чувствуют и что думают кошки. Да, вам нужно кошку завести для этого.